Я хочу еще очень быстро поздравить Ольгу. У нее был день рождения. Можно тебя на секундочку? Спасибо вам за хорошие аплодисменты. Ольга уникальный человек. Из голоса Мадабуки теперь ты перешла к своему собственному голосу. Верная в чужом будешь, получишь свое. Спасибо тебе, что когда тебе было трудно, ты не сдалась. Спасибо тебе за то, что ты имеешь правильное сердце. За то, что ты способна молиться, преодолевать, доверять Богу разные моменты своей жизни, и не только своей. Спасибо тебе за твой хороший нрав. Ты комфортный человек. Я никогда не слышал, чтобы ты с кем-то там скандалила, спорила и так далее. Ты как-то способна все это в себе. Хотя, наверное, внутри скандал есть. Да ладно. Но ты внутренний скандал не выносишь где-то во внешние вещи. Спасибо тебе за то, что ты служишь сегодня. И всякий раз, когда ты проповедуешь или молишься, на этом стоит Божья печать. Да, и мы благословляем тебя на этот новый этап твоей жизни. С днем рождения тебя. Давайте мы помолимся за нее и благословим ее. Отец, мы благодарим Тебя за этот уникальный Божий дар. Мы благодарим Тебя за Ольгу. Мы благодарим Тебя за ее сердце. Мы благодарим Тебя за ее способности, за ее потенциал и таланты. И за то, что все это принадлежит Тебе, и это в Твоих руках. Спасибо Тебе, Господь, что Ты поднимаешь нашу сестру, что Ты сегодня даешь ей новые связи, новые взаимоотношения, новые площадки, на которых ее дар может быть реализован. И мы благодарим Тебя за то, что это человек с Кинии, за то, что это человек, который здесь смог найти себя, раскрыть свой потенциал и двигаться. И мы благословляем Ольгу, и мы призываем сверхъестественную заботу Божью. Мы призываем сверхъестественную Божью защиту. Мы покрываем ее кровью Иисуса Христа. И мы просим, чтобы этот дар послужил многим людям. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И мы три раза говорим.